Ремонтируя редуктора Мелит, мы видим вот такая проблема. Зажала шестерню, и это происходит благодаря вот такой смазке заводской, литолообразной. Это неудивительно, потому что она в сочетании с этим пластиком делает такой эффект, чтобы расширялся пластик. Если хотим смазать, то лучше вот делать, как показано, силикон пищевой. После того, как мы сняли шестеренку, видим, что ее расширило. Я это как делаю, вставляю в шуруповерт и 120-й наждачкой потихонечку, как на токарном станке, обрабатываю ее. После этого, когда уже мы обратно вставляем в редуктор, она должна ходить свободно. Что касается шестеренки белой, то вымываю ее полностью хорошо, продуваю. И если есть желание, опять же, смазываю только пищевым силиконом, чтобы ничего, кроме пищевого силикона. После того, как мы все собрали, мы должны услышать вот такой характерный стук шестеренок.